Я помню, что все это время Украина жила и с каждым днем все больше опускалась в сторону коррупции. Не знаю сейчас ситуации, наверное, коррупции уже нет, но это вы сами знаете и можете высказать свое мнение. Я уверен в том, что чиновники идут сегодня на работу в государственные структуры, это не зависит от того, прокуратура это или СБУ, или это кабинет министров, или министерство, или какие-то жульнические районные организации, они все идут воровать. Потому что зарплаты там маленькие. Ну, это не только потому. Потому что у этих людей нет совести. Они заранее положили на весы совесть и желание заработать деньги, и желание обогатиться перевысило.